9121 человек дополнительно будет контролировать честность и прозрачность выборов. Все они общественники, не имеющие никакой партийной принадлежности. Раньше мы подписывали соглашение за честные выборы между представителями политических партий, но политические наблюдатели, представители, они всегда ангажированы, а мы здесь наблюдали именно консолидацию общественных сил, которые действуют с точки зрения закона, общественных интересов и не лоббируют интересы каких-то определенных политических сил. Когда формировался корпус общественных наблюдателей на прошлых президентских выборах, возникла потребность создания принципов, по которым они будут работать. После того, как эти отдельные мысли, может быть, или отдельные желания, иногда просто эмоции, превращены в твердые формулы, мы можем говорить о том, что и общественным наблюдателям, и общественным организациям действовать будет значительно легче. Нижегородский меморандум – первый документ подобного характера в России. Мы уже не впервые в России делаем что-то первыми. Мы первыми с вами внесли изменения в закон, чтобы принимать участие в выборах, и делились нашим опытом с нашими соседями по регионам. И наши ситуационные центры и пресс-центр во время выборов, которые даже ОБСЕ наблюдатели посещали и были удивлены, что у нас это есть, они пошли сейчас в другие регионы. Они берут этот опыт. Я думаю, что и меморандум тоже пойдет. Нормативная база нужна для всего. Что это такое? Фиксация положительного опыта. Алевтина Батурина, Михаил Городников. Время новостей.